Продолжаем наш выпуск. Несмотря на то, что с момента окончания 44-дневной войны прошло около 3 лет, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжают гибнуть люди от взрыва мин. На сегодняшний день минная угроза до сих пор остается одной из самых актуальных проблем в стране. О том, какие работы проводятся для решения данного вопроса и как на это реагируют другие страны, в сюжете Банавши Назаровой. Азербайджанцы продолжают становиться жертвами мин, установленных Арменией как до, так и после окончания Второй Карабахской войны. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана в Твиттер. Очередная разорвавшаяся мина накануне стала причиной смерти мирного жителя в селе Джаджук Марджанлы Джабраевского района. Несколько дней назад в Тартарском районе на мине также подорвались граждане. Список достаточно длинный. Ведь с момента окончания войны в 2020 году до настоящего времени число жертв мин в Азербайджане достигло 299 человек. С окончания войны прошло 2 года, но Армения по-прежнему ведет провокации и не реагирует на призывы отдать карты минных полей Азербайджану. Я призываю Европейский Союз и ООН немедленно отреагировать на эту трагедию. В свою очередь, Пакистан всегда поддерживает Азербайджан, в том числе в вопросе разминирования. Я выражаю соболезнования семьям погибших мирных жителей.